Здравствуйте, добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Если вы смотрели наши передачи на прошлой и на этой неделе, слава богу, и если вы хоть немного похожи на меня, то вас нужно было снимать с потолка, брат. Слава богу, Слово Божие так богато. И когда помазание, подобное тому, которое есть в жизни и на жизни Чарльза Кэпса, в действии, скажу вам, это просто так здорово. Чарльз, все божественные возможности внезапно врываются в вашу жизнь и в ваш дух. И они уже не кажутся больше какими-то недостижимыми. Вы начинаете видеть их внутри себя, говоря, «Благословен Бог, это мое, это будет у меня». Я слышал, как Джерри Сивелл сказал однажды. Он сказал, что начал размышлять над Словом Божьим. И он начал читать это и подумал, «Подождите минуту, это истина». А если это истина, то как? Это изменяет мои обстоятельства. И он начал применять эту истину и действовать так, словно это уже проявилось. И он провозглашал эту истину своими устами. Она попала внутрь него, и он сказал, «Боже мой, ведь это уже мое!» И он сказал, что это просто ворвалось внутрь него, вместо того, чтобы казаться чем-то таким далеким. Да. И в это время, в которое мы живем, именно так мы и должны ходить и действовать. Да. У нас не так много лет впереди. Я не думаю, что много. Глория однажды сказала, «Может, это еще и не последние дни, но это ваши последние дни, как бы вы на это ни смотрели. Поэтому вам лучше заняться делом». Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово сегодня. И мы воздаем Тебе хвалу и честь за служение Чарльза Кэпса. И мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы будем продолжать говорить о том, чтобы называть несуществующее как существующее. Некоторые люди считают меня фанатиком. Некоторые из вас могут подумать, что я фанатик слов, но я просто делаю то, что, как я знаю, является библейским принципом. Этот принцип есть во всей Библии. Вы видите, как Бог называет несуществующее как существующее. Это то, что делают пророки. Да, верно. Они называют несуществующее как существующее, и Бог всегда говорит о чем-то прежде, чем делает. И в Эдемском саду Бог создал человека по своему образу и по своему подобию. И сказал, да, владычествуют. Как они должны владычествовать? Точно так же, как он владычествовал, когда взглянул и увидел тьму и сказал, да будет свет. Они созданы по его образу. Он призвал к существованию то, чего у него не было. Этого там не было. Он призвал к существованию свет посреди тьмы. Как же такое можно сделать? Словами, наполненными верой. Божьи слова были как контейнеры, наполненные силой, чтобы доставить свою веру туда во тьму и призвать свет из тьмы. Знаешь, Чарльз, я кое-что понял. Я проповедовал в Лос-Анджелесе у Арта Арагона. И за пару дней до этого очень неприятные процессы произошли в моей спине. Я испытывал сильную боль. Я начал исповедовать и верить Богу. И мои уста работали. Моя спина не работала, но мои уста работали. И я должен был просто следить за своими устами, чтобы ничего, кроме Слова Божьего, из них не выходило. И я работал над этим. И вот мне предстоит проповедовать, и внутри себя я просто услышал послание брата Хейгена. Я просто услышал. Мужчины и женщины спасаются благодаря тому, что слышат и говорят слова. Да. Это просто поднялось во мне, как великан. И, конечно же, именно об этом я и проповедовал тогда. И я не говорил им о том, что со мной. Я сказал позже, но я проповедовал это самому себе. Я слышал это своими собственными ушами. И это созидалось внутри меня и действовало, и исполнялось. И во имя Иисуса это восстановило всю структуру моего позвоночника. Конечно, это произошло не за день, не за два, но это произошло. Говорю вам, у меня есть снимки МРТ, как подтверждение того, что у меня нет больше дегенеративного заболевания костей. Вместо разорвавшегося диска появился новый. Грыжа, давившая на нервы в позвоночнике, исчезла. Но я не сидел и не ждал, говоря, вот когда все это проявится, вот тогда я начну говорить, что я исцелен. Но я говорил это даже тогда, когда испытывал боль, причем такую,
что казалось, словно мои глаза начинают косить. И я просто слышал это в своем духе. Мужчины и женщины спасаются благодаря тому, что слышат и говорят слова. Да. Не так ли? Да. От бытия до откровения. Называя несуществующих как существующие, именно так люди рождаются свыше. Они исповедуют и называют себя. Писание говорит, если устами своими будешь исповедовать Иисуса Господом, когда грешник провозглашает, что Иисус его Господь, то это не является существующим на тот момент, когда он говорит это. Но из-за того, что он сказал это становится существующим. Он назвал это. Тот же процесс. Этот принцип можно увидеть везде, когда вы начинаете изучать это. Если какой-нибудь проповедник поднимается и говорит, «Я в это не верю», то на самом деле он верит. Просто он совсем не применял этот принцип. Но мы живем в созданной словами и контролируемой словами окружающей среде. И вы никак не можете изменить это. Вы можете изменить свои слова, но вы не можете изменить все это, верно? Да. Ведь мы живем в системе слов на этой планете. Если вы не совсем знакомы, как эта система слов работает, знаете, есть такая песенка. «Камни и палки могут сломать ваши кости». Ее пели на детских служениях много лет назад. Да. «Камни и палки могут сломать ваши кости, но слова никогда не повредят мне». Это неправда. Это ложь. Слова могут убить вас, если вы не знаете, как вы их используете. Я слышал, как люди говорили такие вещи, которые действительно привели их к смерти. Элвис Пресли, например. Он сказал, что не проживет ни на день дольше, чем прожила его мать, и он запустил в действие духовный закон, благодаря которому вы можете иметь то, что вы говорите. Вы верите, не сомневайтесь в вашем сердце. Он говорил это достаточно долго, пока не поверил в это, и он жил в реальности этого. Авраам Линкольн сказал, «Когда эта война закончится, я умру». Если бы он сказал, «Когда эта война закончится, я проживу долгую жизнь и увижу, как эта нация станет величайшей на земле», то он бы почувствовал, что ему нужно было оставаться дома и читать свою Библию, вместо того, чтобы ехать в театр Форта, где в него выстрелил убийца, и убил его в тот самый день, когда закончилась война. Он запустил в действие духовный закон, но он не знал этого. Тогда этот принцип Слова Божьего не был известен. Люди не проповедовали об этом. Слово Божье избавит вас от сил тьмы. Мне лучше начать. Я знаю, ты такой же, как и я. Это так велико, что невозможно все это высказать. Хвала Господу. Аминь. В 4 главе 2 послания к Коринфянам апостол Павел говорит об этом 13 стихе. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и дальше он говорит, «И мы веруем, потому и говорим». Он цитирует 115-й Псалом, 1 и 2 стихи, где псалмопевец сказал, «Я веровал, и потому говорил». И вы можете продолжить и читать некоторые вещи, сказанные псалмопевцем, «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». И вы смотрите в псалмы и находите заявления, в которых несуществующее называется как существующее. Примерно такие. «Они окружили меня, враги окружили меня, но я сокрушу их, я сокрушу их». В псалмах он говорит это снова и снова, и он сокрушал их потом. Да. Затем, пока мы говорим об этом, мы можем видеть Давида, выступившего против Голиафа. Отец послал туда Давида узнать, как идет война, а там нет никакого сражения. Они все смотрят телевизор. Да. Смотрят, как этот великан выступает и излагает свое видение каждое утро и каждый вечер. Каждый день, каждый день. И Давид сказал, «Кто этот необрезанный филистимлянин? Если вы не верите в принцип веры и исповедания, то вот вам 17-летний пастух, который понял силу слов. И вот он говорит, «Я пойду и сражусь с необрезанным филистимлянином». И он сделал 5 заявлений перед тем, как сделал то, что собирался сделать. Он сказал, «Я сниму твою голову с твоих плеч и скормлю твой труп птицам небесным». Это довольно смелое заявление, верно? Но эти слова являются предпосылкой этого. Слова, которые мы говорим в вере на основании власти и авторитете Слова Божьего, идут в будущее, идут туда прежде нас и приготавливают нам путь. Да. Вы можете выставить их вперед, и Давид сделал это. Он выставил их против Голиафа, а затем пошел туда и сделал точно то, что он сказал. Он взял 5 гладких камней из ручья. Кто-то спросил, что символизирует 5 гладких камней? 5-гранное служение. Да. И он побежал навстречу Голиафу,
Но прежде он сказал эти пять вещей. Знаешь, дьявол попытался применить этот принцип в том, что сделал Голиаф. Голиаф сказал: «Я что, собака, что вы послали этого карлика против меня?» Но это были последние слова, которые он сказал своими устами. Он моргнул, у него потемнело в глазах, и он умер. Я гарантирую это. Чарльз, нам, наверное, придется приостановиться и прославить Бога на минутку. Слава Богу! Поэтому Павел цитировал псалмопевца, когда сказал: «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил». Вот почему Давид сказал то, что он сделал. Он поверил, и он сказал это. Да, он сказал. И те слова изменили события всей истории, истории мира. И мы веруем, потому и говорим. Другими словами, Павел сказал: «Я делаю то же самое, я верю, поэтому говорю». Давайте прочитаем 17 стих. Сказано: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда, и я добавлю, только тогда, когда мы смотрим не на видимое, да, но на невидимое». Проблема в том, что большинство людей говорит: «Ну, вы просто должны говорить все так, как оно есть. Вот как я на это смотрю». Ты говорил об этом перед этой передачей. Да. Они говорят: «Вот как я это вижу, и вы должны говорить все так, как оно есть». Да, так оно и есть. Но как вы собираетесь изменить это? Что изменяет это? Называйте несуществующее как существующее, пока это не начнет существовать на основании библейского принципа, а не просто придумывать что-то. Это должно основываться на власти и авторитете Слова Божьего. И вы можете увидеть это во всем служении Иисуса. Он однажды подошел к той женщине, которая была скорчена и согнута, не могла выпрямиться, и он сказал: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И в тот момент ей не стало лучше, она оставалась такой же скорченной, какой и была. Что же Иисус делает? Называет несуществующее как существующее. Она, вероятно, не поверила в сказанное слово. Она, вероятно, говорила: «Если Он возложит руки на меня, тогда я исцелюсь». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Но заметьте, он сначала сказал, что произойдет. Что здесь сказано? «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил». Слава Богу. Если вы верите в это, вы будете говорить это. «О, я не стану говорить это, брат Кэпс, потому что это может не произойти». Не волнуйтесь, это не произойдет. Тут нет веры. Никаких проблем, вы это не получите. И есть две вещи, касающиеся исповедания. Исповедание Слова Божьего. Когда вы только-только начинаете провозглашать, исповедовать Слово Божье, то вы не совсем можете верить в это. Это истина в вас. Вы знаете, что это истина, потому что это написано в Библии. Я был таким. Я тоже. Но однажды я остановился и сказал Господу: «Господь, знаешь, я чувствую себя так, словно я лгу, когда говорю все это. У меня изобилие и никакого недостатка, хотя казалось, что я не могу одолжить достаточно денег, чтобы продолжить работу на ферме еще один год». И Господь сказал: «Сын, как ты можешь лгать, говоря то, что я сказал? Это все равно, что сказать бульдогу «взять». Это все меняет, верно?» Да. Поэтому я провозглашал и призывал к существованию, я призывал изобилие, в то время как, куда бы я ни посмотрел, был недостаток. И я помню тот день, когда реальность этого проникла и попала внутрь меня. Я увидел это. Я зашел однажды в дом и сказал Пегги: «Я чувствую себя богатым, хотя по моей чековой книжке это незаметно». То же самое произошло со мной, внезапно. Я читал это снова и снова и снова, что благословение Авраама распространилось на язычников, то есть на меня, через Христа Иисуса. Я открыл Библию, чтобы узнать об Аврааме, и чем больше я читал, тем больше я думал: «Боже мой, только посмотри! Ты имеешь в виду, что это все распространилось на меня?» И я открыл это и продолжал читать, и я начал говорить: «Благословение Авраама распространилось». И внезапно это поднялось, а я ведь был в долгах. Уровень моих доходов за предыдущий год был ниже уровня бедности в Соединенных Штатах. Это было ужасно. Чарльз, я стал богат внутри себя, и внутри я изменился. У меня была машина, за которую я получил $225, когда продал ее позже. Но внутри я изменился. И внезапно, благословение на мне. Благословение Авраама. А ведь он был богатым человеком, и это произошло внутри меня. Это было настолько реально для меня, что я не замечал, что у меня нет денег. Я знал, что это мое.
И я знал, что это приходило. Вот что происходит, когда вы становитесь вполне уверенными. Да. И несуществующее упразднило существующее. Оно изменило это. Да. Оно изменило это навсегда. И начиная с того дня, я никогда больше не верил, что я бедный человек. Чтобы выбраться из долгов, потребовалось 11 месяцев. А чтобы все это начало проявляться, потребовалось 18 месяцев. Но это меня не смущало. С того самого момента я уже больше не был бедным человеком. Не был бедным человеком. Вот почему я рассказал историю о той охотничьей собаке на одной из передач. Хозяин объяснил, что собака такая быстрая, что приходит на место раньше, чем енот. Просто сядьте и подождите, он появится через какое-то время. Некоторые люди думают, что Бог опаздывает. Нет, просто они пришли туда рано, и вам нужно упорно продолжать двигаться в этом. И вам нужно поддерживать это, и необходимо время, чтобы развить это. И одно из отсутствующих звеньев в цепочке веры, брат Копленд, это такое представление, что «я просто начну говорить это, и это произойдет за несколько дней». Нет, вам нужно тренировать себя, чтобы верить в то, что вы говорите. Вам нужно исповедовать это Слово Божье, пока оно не проникнет внутрь вас. Апостол Павел сказал в 10 главе послания к римлянам, «близко к тебе Слово». Оно так близко к вам. Другими словами, вложите его в ваши уста и говорите его в своем сердце. Да. Это мой вольный перевод, но именно об этом Павел и говорит. И именно об этом. Оно в ваших устах и в вашем сердце. Сравните это с притчей Иисуса. Он сказал, «Сеятель сеет Слово». Слово Божье. Поэтому, когда я исповедую Слово Божье, я его сею. Я дал, и мне дается. Я исповедую Иисуса 6:38. Сказано Иисусом в Луки 6:38. Да, да. И исповедуя это слово достаточно долго, вы становитесь вполне уверенными. Но это не происходит за одну ночь. Некоторые из вас думали, сколько потребуется времени. Просто оставайтесь в этом, пока это не начнет работать. Мне и в голову не приходило, что это может не сработать. Послушайте, о чем апостол Павел здесь говорит. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Как вы смотрите на невидимое? Исповедуя то, что Бог назвал истиной. Это Слово Божье является истиной, и Он дал нам все потребное для жизни и благочестия. Если бы у вас была вера как семя, и вы бы сказали, то эта смоковница послушалась бы вас, гора послушалась бы вас, гора долгов, провозглашайте, что она ушла. Называйте этот долг выплаченным вместо того, чтобы строить гору. Да. Есть люди, которые говорят, «Ну, я не стану говорить горе». Хотя они и говорят ей каждый день, «Боже мой, мы никогда не справимся с этой горой долгов, мы будем жить в долгах до конца жизни». И из-за этого они будут ведомы принимать такие решения, из-за которых это и произойдет. Но говорю вам, я научился говорить этой горе, и из-за этого она растает со временем. Да. Но это не случится за одну ночь. Да. Чарльз, до того, как это начало происходить в моей жизни, я не знал, как жить иначе, чем в долгах. Ведь это все, что я знал. Но с течением лет праведный верой жив будет. Мне пришлось научиться новому образу жизни. Я не знал всех этих принципов, когда начал двигаться в этом. Я не знал ничего, но понемногу. А, вот как это делается. Да, я понял это. На сегодняшний день у меня более 41 года опыта жизни в этом. И я не знаю всего, но мои счета оплачены. Мы должны научиться новому образу жизни. И Бог учит вас, и готовит вас, и это созидается внутри вас. И в этом году вы уже не терпите поражения в том, в чем вы потерпели поражение в прошлом году, и вы все больше и больше учитесь по мере движения до тех пор, пока этот новый образ жизни не станет вашим образом жизни. И когда он станет, это замечательный образ жизни. Апостол Павел сказал в первой главе послания к римлянам, «Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Невидимые вещи Божьи ясно видимы. Звучит как парадокс, верно? Но они понятны через те вещи, которые сотворены. Давайте возьмем как иллюстрацию вещей, о которых мы знаем, то, что сотворено. Например, возьмем термостат в этой комнате. В нем есть две вещи. Есть термометр, который служит только для того, чтобы показывать вам температуру на данный момент. Но его показания изменяются от каждого дующего ветра. Но сам термостат может изменить существующую температуру. И существует много христиан-термометров, которые просто могут сказать вам, как обстоят дела на данный момент. Но они продолжают говорить то, что есть сейчас. Вы можете повесить термометр на вашу стену и проверить, изменит ли он температуру. Нет, до тех пор, пока вы будете называть все так, как оно есть, это останется прежним.
Но термостат может изменить то, что есть на данный момент. Нам нужно быть христианами-термостатами. Да, мы берем Слово Божье и провозглашаем его. Когда вы устанавливаете термостат на плюс 21 градус, а в комнате минус 1 градус, тогда вы создаете задачу для механизма такого устройства, которое может быть установлено на доме или рядом с ним, и все это время в нем есть рабочее вещество. Вера есть осуществление, или вот это вещество ожидаемого. И это устройство посылает сигнал по проводу и говорит: «Пришлите сюда тепло, здесь холодно». И это устройство мгновенно включается и будет работать день и ночь, пока не сделает это. В притче о сеятеле Иисус говорит нам об этом, чтобы мы могли увидеть, как работает Царство Божье. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Да. И спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Вы не знаете, как это работает, но он сказал, что оно работает. Поэтому, если вы можете понять, как посадить сад, то вы можете понять, как действовать в принципах Царства Божьего. В этом обогревающем устройстве есть рабочее вещество. А вещество веры находится в сердце. Оно не будет работать в голове, оно в сердце. Да. И оно в ваших устах и в вашем сердце. Необходимо, чтобы это Слово Божье опустилось вот сюда, прежде чем оно начнет что-нибудь производить. И когда оно уже посажено здесь, в вашем сердце, тогда ваше сердце, думаю, его можно назвать духом, говорит: «Найди путь того, как это осуществить, потому что семя посеяно». И оно будет исследовать пути Божьей мудрости день и ночь. Вы можете ночью спать, а ваш дух никогда не спит. Да. И ищет путь того, как привести к существованию то, что вы исповедали на основании власти и авторитета Слова Божьего. И это работает точно так же, как система термостата, которая нагревает и охлаждает это здание. Если здесь минус один, и вы установили термостат на минус один, то ничего да, не произойдет. Да. Он думает, что это то, чего вы хотите. Да. Но установите плюс 21, и что-то начнет работать. Да, верно. Потому что вы призываете температуру здесь подняться до 21 градуса. Если вы не остановите этот процесс, температура поднимется до 21 градуса. Мне это нравится. Я помню, как я впервые услышал это от тебя. Ты сказал, что один старый фермер пошел и купил термостат, принес его, повесил на стену и сказал: «Ну, давайте нагреем эту комнату». Но это ничего не произвело. Он ни к чему не подключен. Ни к чему не подключен. Понимаете, ваша голова ни к чему не подключена, пока вы не вложите Слово Божье в ваше сердце. Это пока не работает сердце, поверьте мне. Я на самом деле думал о некоторых моих родственниках. Не скажу, о ком из них. Но знаете, он одел свой комбинезон и пошел туда, и повесил термостат на стене и сказал: «Теперь пусть здесь станет горячо». Наше время подошло к концу, но я должен это рассказать. Мой отец купил один из первых автомобильных кондиционеров, когда мы жили в Абилене, штат Техас. И он подобрал человека, который стоял у дороги. И у этого человека в руках была запчасть от его машины. У него был старый «Шевроле», и он стоял там, и вот отец подобрал его. Тот человек сел в машину. Большинство людей говорили что-нибудь о прохладном воздухе в салоне машины. Но тот человек не сказал ни слова. Они приехали в город, и он сказал: «Я скажу этим глупцам, что если ехать с поднятыми стеклами, то получается намного прохладнее». Он захлопнул дверь и ушел. Мой отец рассмеялся. Он сказал: «Могу себе представить его в его стареньком «Шевроле», как он пытается сделать прохладнее в салоне машины». Мы вернемся через минуту. Пятница, согласно Божьему повелению, данному нам несколько лет назад, всегда является на передаче «Победоносный голос верующего»,
днем пожертвований. Позвольте мне вам кое-что сказать, что связано с тем, о чем мы говорили здесь 2 недели. Наставляемый словом, делись, или обменивайся всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Бог придумал пожертвование не потому, что Он хочет забрать у нас то, что мы имеем. Он дал нам возможность отвечать даже тогда, когда у нас мало что есть. И, Чарльз, я помню, когда я впервые ухватился за это. Я так сильно желал это сделать. У меня не было денег. И тогда я отрывал пуговицу от моей рубашки и бросал ее в корзину, чтобы ответить. И это высвобождало из меня веру. И, конечно, моим духовным отцом был Орел Робертс, и он говорил такие вещи. Это семя веры. Это даяние. Это Божий способ дать нам возможность отвечать и возгревать нашу веру в то, что мы только что слышали, так, чтобы дать этому возможность пустить корни и расти. Вот в чем вся суть. Отец, я молюсь за эти пожертвования во имя Иисуса. Я принимаю их верой. Я прошу Тебя открывать Твоим людям, что Ты хочешь, чтобы они делали, чтобы зарядить их веру и укрепить их. И вместе мы сеем, и мы принимаем, и мы открываем двери для урожая во имя Иисуса. Аминь. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, ваши пожертвования не уходят в США. Они остаются в вашем регионе, чтобы служить вам там. Слава Богу! Если вы хотите заказать для себя наши книги, то вся информация сейчас на вашем экране. Не пропустите наши передачи на следующей неделе. И не забывайте, что Иисус – Господь. Как пустыня жаждет воды, так человек жаждет надежды. Вечная надежда, усиленная верой, исходит из сердца Божьего посредством Его Слова. Откровение Божьего Слова дает жизнь.